До прем'єрного показу залишаються лічені дні. Актори театру молоді посилено репетирують. Якщо моя жена узнає Ані Сворзінга, вона мені вирве кое-что другое. Ну ви не женаты, ви не знаєте, на що способна її роз'ярена жена. Був би я женат, містер Уиллі, я би своєї жені ніколи не зміняв. У виставі задіяні одразу два акторські склади. За жанром грають типову комедію положень. Сюжет зав'язаний на інтризі. За сценарієм герої розслідують вбивство. Эстетика нашего театра берет за основу то, что комедия для зрителя – это чья-то трагедия, потому что когда человек по большому счету действительно пытается найти выход из какой-то идиотской ситуации или из каких-то неприятностей, очень часто это зрителю смешно, но человеку, который внутри этой ситуации, ему далеко не смешно. Я создаю актерам тяжелые мизансцены, очень много событий, это очень сложно выполнять, это должно быть идеально, отточено. И когда я вхожу в работу, у меня только сочувствие к моим партнерам, но уже ничего не могу изменить, поэтому будем стараться. Все дійство відбувається в лондонському п'ятизірковому готелі з видом на Біг Бен. Відповідну атмосферу створюють декорації та костюми. То, что задано автором, достаточно громоздко было. То есть нам нужно было окно, шкаф, дверь в номер, дверь туда, диван. И все это у нас сцена небольшая. И разместить это, чтобы было удобно режиссеру. То есть это, конечно же, решается вместе с режиссером, потому что художник-постановщик всегда идет за решением режиссерским. Ну, я думаю, уже вирисовалось достатньо неплохо, ми справились зі складною задачею. У кожного персонажа свій характер. Помічник прем'єр-міністра Джордж Пігден – дотепне симпатяга. Секретарка Джейн Уорзінгтон – приваблива жінка, яка прагне нових відчуттів і вражень. В його сім'ї є дві жінки. Це мама і Гледіс. Це жінка, яка ухажує за його мамою. Він окружений жінками і от... Он не знает, как это вот мужское, что такое мужское именно, вот, как нужно себя вести, когда мужчина там это. Он знает, как себя нужно вести, вот, он ну, такой вот мягенький, очень нежный. Вот когда женщина с ним как-то взаимодействует, он не знает, как себя вести, и поэтому он не может ей отказать. Вообще, не во всем не может отказать. Трагедия в том, что она не чувствует любви. И потом, когда она случайно узнает, подслушивая в шкафу, на что ее муж способен, на что он готов пойти ради нее, как он ее любит, вот тогда у нее получается смена, и она чувствует себя любимой женщиной. И тогда ей не нужны любовники, ей не нужен никто, кроме ее мужа. Цієї осені відвідувачі театру молоді зможуть оцінити не лише комедію «Люкс номер 13». Глядачів також чекає прем'єра вистави «Розпусник» за твором французького драматурга Еріка Еммануеля Шміта. Анастасія Полєшко, Владислав Овчаренко, телеканал Z.